Центр документального кино представляет «НИИТФА в Москве». Фильмы из программы самого крупного документального кинофестиваля в мире. Мастер-классы и презентации. Встреча с режиссерами и специальными гостями. Участвуют основатель и директор фестиваля «ИТФА» Али Деркс, режиссеры Джон Апель и Виктор Косаковский. Со 2 по 4 марта. Мультимедийный пресс-центр «РИА Новости». Зубовский бульвар, 4. Вход свободный.